Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Махина Ирина, лидер компании Faberlic, участник проекта Faberlic Online. Сегодня я вам показываю свои пустышки. Это, наверное, у меня месяца два, ну, осень, наверное, сентябрь, октябрь получается, возможно. Может, что-то где-то побольше, что-то пользовалось. Много баночек, постараюсь побыстрее рассказать, чтобы вас никого не задерживать, и рассказать, чем я пользуюсь сама. Начнем. Что первое мне под руку? Так, эти наши влажные салфеточки от 0, они без спирта, во-первых. Я беру для малыша 15 штук в упаковке, в этот раз весенний букет. Беру их не по одной штучке, но, как говорится, все время забываю, все выкидываю и мусор не скапливаю. Первый раз делаю обзор по своим пустым баночкам. 22,99. Нравится, удобно, в сумочке лежит, ребенку руки обтереть, все везде удобно, в дороге удобно. Поэтому, когда какие беру? Есть детские, беру детские. Если есть такие, нисколько не хуже, с разными ароматами. Так, дальше. Губка ластик. В этой упаковке идет две штуки. Одна у меня закончилась. И вот я вторую выложила, и получается это 11042 код. Оттирает, мне нравится, как белые поверхности, особенно бывает на подоконниках, если желтые пятна какие-то есть, остаются. Особенно там, может, от цветов, там, от воды нечем оттереть. Или бывает у меня собака, когда на подоконнике любит мелко сидеть. И особенно весной эти липучки от тополя. Вот идеально помогает, убирает. Ничего плохого сказать не могу. Говорю то, что есть подряд сразу же. Наши гигиенические прокладки. Это ночные. Их в упаковке 7 штук. Пока только эти закончились. Поэтому я эти показываю. Код у нас 11295. Отличная упаковка. Смотрите, даже уже все кончилось, а она до сих пор липнет. И вообще хорошо. Такая из фольги. Удобно, нравится мне. Вот на ночь самое то. Все держится, ничего не отваливается. Кто не пробовал, пользуйтесь. Рекомендую. Дальше. Дом Faberlic. Влажные салфетки универсальные. В упаковке у нас 30 штук. Очень мне нравится ими обтирать пыль. Не надо никаких тряпочек мочить, ни тазиков. Код 11550. Очень. Это вот одна осталась упаковка. Остальное же, конечно, мы сразу же все выбрасываем. Мужу сказала, говорю, не выкидывай ничего. Он сказал, что теперь дома будем мусор хранить. Я говорю, ну вот так получается. И пыль меньше копится. Очень мне нравится. Так что тоже рекомендую. Так, следующее средство идет. Так, это про стекла. Про стекла давайте я вам сразу расскажу с этим средством. Наше средство для очистки и мытья стекол и зеркал. Он идет с антизапотевающим эффектом. Вот этой бутылочкой, так, код 11048, я пользовалась, не соврать бы, девочки, года, наверное, полтора, если не больше. Ну, полтора, так точно. Ее хватает, но очень долго. Во-первых, я беру вот ее, вот это, вернее, средство, потом беру нашу тряпочку для стекол, сейчас я тоже о ней расскажу. И третье средство – это наши влажные салфетки для стекол и зеркал. Вот этими тремя средствами я мою теперь наши окна. Я никаких тазики, воду не набираю, ничего не делаю. Я просто напрыскала вот этим средством. Потом обтерла тряпочкой нашей, вот этой. Но я могу смочить после того, когда стекло обтеру. Но она быстро сохнет, такая из микрофибры, нормальная.
И после этого я нашими салфетками обтираю стекла. Никаких разводов, вообще ничего нет. Ничего придумывать не надо. Никаких газет, как оттереть, как что. Так, салфетки тоже 30 штук в упаковке. Они у нас обычно по 99 рублей бывают. Иногда акция и по 79 рублей можно купить. 11,250. Вот такая... А, вот смотрите, даже что-то осталось у меня здесь. Да, вот одна салфеточка, еще даже влажная, вот одна. Вот схожу сегодня сейчас вот по зеркалам и протру. Такая. Ну, такой не пропитанный, не специфический запах. Ну, нормально. Пользоваться можно. Так, по поводу этого средства я сказала. Муж иногда у меня потом берет, если что-то надо, то в машину и себе на фары, на стекла тоже протирает. Иногда я им тоже даю. Так, дальше. По поводу вот этой нашей тряпочки. Вот она примерно идет сантиметров 30 на 40, я так думаю. Ну, простите, она в таком состоянии уже. Ну, пользованная, видно, что пользованная. Но я уже подготовилась к новой. Вот такая она упаковочка. Салфетка для очистки стекол из микрофибры. Очень, я вам говорю, окна мыть в одно удовольствие. Вот у нас получается 11,032. Берите, не пожалеете. Так, дальше пошли. Наш, конечно же, стиральный порошок. Это концентрированный, универсальный. Пачка 800 грамм. Эта пачка у нас заменяет 3 килограмма простого порошка. Биоразлагаемый. Все это мы знаем. Так, код 11525. Можно стирать и так, в машинке, и руками. Все видно. Дозировка тоже есть. Сколько? Так, ложечка мерная. Ложечку мерную сейчас я покажу вам. Этот. Я беру из пятновыводителя или из отбеливателя. Потому что на данный момент ложечку нужно приобретать отдельно. Вот. Дальше, следующий. Это наш концентрированный снова стиральный порошок, только теперь для цветного белья. Все то же самое. Все, вся инструкция есть. Код у нее, 11526. На данный момент при покупке двух порошков, две пачки порошка покупаете, получаете один порошок за 279 рублей. Выгодно. Так стоит пачка порошка в каталоге 449 рублей. Если кому интересно, пишите. Так, дальше пошли. Так, наш отбеливатель кислородный. Тоже мне очень нравится. Код уже я уже наизусть выучила. Это 11049. Вот с такой ложечкой идет. Я потом ложечку... Я не заказываю ложечку. Ложечка остается. Все равно можно этот использовать дальше. Такая. Наш пятновыводитель универсальный, который тоже, что уже только не поотмывал у людей. Много есть видео в интернете. 500 грамм, код 11050. Тоже он идет с ложечкой, закрывается все. Иногда я эти баночки не выкидываю. Намою хорошо и ребенку под мелкие игрушки. Например, там... Что у нас любят мальчики играть? Всякие киндер-сюрпризы. Их некуда девать, чтобы они по полу не валялись. И, пожалуйста, вам можно складывать, как, так, как говорится, для хранения. Далее идет средство для мытья посуды. Так, в этот раз у нас код 111.97. Свежий лайм. Заметьте, от 0 плюс можно, значит, мыть посуду деток маленьких, бутылочки и все, и ничем не пострадают. Фрукты можно мыть, овощи с экстрактом шалфея еще.
Вот такое средство. Ну, обычное средство. Ну, приятный аромат. Нравится. Я его тоже беру. Как бы. Ну, я как бы сильно не копаюсь, чем посуду мыть. Беру то, что есть. Итак. Это наше средство для чистки. Универсально для ванной комнаты. Я его беру со спреем. Спрей потом снимаю и на другой переодеваю. Мне нравится. Так расход меньше, надолго хватает. Код 11220. Ванная блестит, все удаляет. И грязь, мыльные разводы, водный камень, отложения кольцевые, ржавчину. И да, вот и запахи неприятные тоже устраняют. Ну, такой, без химии, хороший, мне нравится. Беру и вам рекомендую. Ну, конечно же, это мой фаворит. Это ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Код его 11038. Я его беру постоянно. Вообще постоянно беру. У него такой легкий-легкий цветочек, свежий такой аромат. Даже что-то есть. Давайте посмотрим. А, вот он как выглядит. А, вот смотрите, как раз осталось на та доза, сколько я наливаю в стирку кондиционера. Не целый колпачок, а вот буквально пол колпачка. Так что еще постирать можно. Бутылочку еще можно не выкидывать, если что. Мне хватает, здесь написано 30 стирок. У меня намного больше получается. Я бывает, что даже... Ну, я не считала, конечно, сейчас буду новую упаковку открывать кондиционера. Я обязательно попробую посчитать и заметить, насколько стирок мне хватило. Так, дальше у нас губка для мытья посуды. Я решила ее поменять. Эффективное очищение. Так, код у нее 11573. Так, вот это у нас уже она старая. Чем она мне нравится? Она не ржавеет. Это, во-первых, она не колется. И вообще... Приятно на ощупь, и одно удовольствие мыть ею посуду. Там, если там сильно загрязненные. Вот так вот выглядит новенькая. Их идет две в упаковке. Вот одну я выкидываю, одна вот сейчас пойдет у меня на кухню. Вот такая штучка. Очень приятно, очень мягкая, ничего не колется. Очень рекомендую, девочки, нравится мне. Дальше что у нас пошло? Ну, давайте начнем тогда отсюда уже. Так, средства для ежедневной интимной гигиены. Серия Эксперт Фарма. Там еще вот что-то там булькает. Ну, вот аромат очень приятный. Код у нас 1640. Но я его больше не возьму. По одной причине, потому что он идет... с крышечкой, которой неудобно пользоваться. Она в итоге у нас сломалась. И в итоге стояла все вот такая открытая. И это очень неудобно. Вот. А так очень-очень хорошее средство. Еще бы дозатор, вот как у мыла. И было бы совсем супер. А так мы решили перейти на другое, потому что у меня мужу он тоже нравится это средство. Ну вот, решили на другое перейти. Так. Две баночки, два тюбика в этот раз у нас про ноги. Это крем-масло для ног. Питание и восстановление с маслом оливы. Ну, такое мыло. Ну, такое белое. Он, видишь, что-то даже... Приятно. Сейчас делала мужу просто
на неделе массаж, и вот у нас практически вот себе, да ему, и у нас ушло 2 тюбика. Так, это у нас код 1157. Очень хорошо впитывается, вот даже видно на руках, что прямо впитался уже весь. Хотя это для ног, ну вот, два тюбика у нас тоже. Вот, ну мы берем, там же большая серия, линейка, можно брать. Ой, прям так от рук. Ой, вот это вообще прям мне тоже понравилось. Наша карамельная груша из бьюти, серии Beauty Cafe. Прям такая нежная груша, сладкая. Только что иногда надоедают эти большие бутылочки. 300 миллилитров. Код 1870. У многих смотришь отзывы, что мыло кончается. Девочки там заказывают не по одному. У меня, девочки, вот этот бутылек очень долго. Это не значит, что мы не моем руки. Я не знаю почему. Но в итоге я, наверное, потом пришла к выводу по одной причине, что я когда покупаю мыло какое-нибудь себе, у меня дозатор теперь уже был, потому что произошло несчастье, я его нечаянно разбила, буквально вот на днях. Здесь совсем мало, как сказать, вот этот дозатор отличается от этого. И очень мало требуется мыло. Там, наверное, вот еще остатки просто в этом, в тюбике. Вот. Очень, вот эта штучка мне серия для ванной. Так, как передать вам цвет? Она такая зелененькая-зелененькая. Что-то у меня сегодня цвет никак не передается. Вот, наверное, такой вот зеленый. Ну вот очень жалко, что разбила. Ну, в этом же каталоге уже в новом закажу себе новую. И переживать не буду. Код попозже скажу. Если есть в каталоге, то скажу. Так, про это мыло рассказала. До этого у меня было мыло из этой же серии вишневый конфитюр. Он нам вообще надоел так быстро. Потому что он, наверное, сладкий. Хотя, казалось, вишня-вишни. Так все вкусно пахнет. Но в итоге что-то надоело, и мы пока вишню... Вообще я ничего не беру из вишни. Вот, дальше. Это крем-гель для душа увлажняющий из серии La Creme. Так, с ароматом у нас. С кокосовым молочком он идет. Я вообще такие крема не люблю. Гели для душа, вернее. По одной причине, что мне казалось, что они жидкие, не жидкие. Код у этого крем-геля 8393. Но пришла к выводу, что не зря его купила. Во-первых, вот прям кокос. И увлажняющий. У меня была проблемная зона, это локти мои. Ноги шелушились. Бывает, что, знаете, там вот особенно сейчас отопление дали, и в квартире сухо, и вот он мне меня спас, можно сказать. Поэтому брать буду, но не знаю, посмотрим дальше, что еще возьму. Ну, пока вот такой увлажняющий брала. Так, дальше. То, что из гигиены, то, что было мое. Из этой же серии только шампунь питательный. Его я взяла, тогда не было с кокосом, я бы с кокосом взяла. А тут с миндальным молочком. И я не пожалела, что взяла. Код у него 8669. Тоже приятный аромат. Очень приятный. И, во-первых, волосы питают, волосы легко расчесываются. У меня, во-первых, почему-то больше идет шампунь, чем кондиционеров. Но кондиционеров, может, меньше идет из-за того, что еще маски я делаю. И поэтому кондиционера-то у меня сейчас на данный момент нету здесь. А все кондиционеры еще на полке стоят. Не один кондиционер у меня, я поэтому пользуюсь всеми там подряд, какие стоят, каким захотелось этот. Это же мой фаворит, эксперт.
Для светлых блондированных волос. Так, код 8955. Очень тоже он мне нравится. Волосы после него шелковистые становятся, легко расчесываются. А у меня тем более еще волосы после химии. С этой же серии вдобавок к нему маска для волос из этой же серии. И код... Так, посмотрим. 89,56. 200 миллилитров. Так, а у шампуня у нас 250 шампунь. Но эти я брала, все равно брать буду, потому что голову мы все равно моем. Ой, а вот это, девочки, какая вкусняшка. Малина и белый шоколад. Шлифующий скраб для тела. Так. 18-20. Брать, конечно же, буду. Один минус. 150 миллилитров. На свое тело это, конечно, мне хватило, по-моему, на 2,5 раза. Ну, вот это такое, это вообще блаженство. Написано «Малина и белый шоколад». Но я вот шоколада здесь вообще не чувствую. Здесь вот реально малина. Как будто ты сидишь в малиннике и ешь малину. Она, когда на тело наносишь, она, вот, знаете, когда косточки в малине есть. Давишь, и вот они под тебе, эти косточки, тебя скрабят. Это вообще лето-летнее. Специально вам оставила вон там граммулечку и не стала домазывать, чтобы показать, как это выглядит. Но это вообще просто... Это обалденно вкусно. Жалко, что маленькая баночка. Вот. А так, я говорю, если... большое тело, то хватает всего на чуть-чуть. Так, это все. Этот крем. Этот крем у меня что-то давно залежался. Крем антицеллюлит. Он еще из серии Сангара. Его, к сожалению, уже нету у нас. Но я его использовала в комплексе с другими. Тоже такой приятный. Нормальный. Был бы еще, я бы еще заказала. Так, дальше. Это у нас зубная паста. Зубная паста, то есть тоже Эксперт Фарма. Отбеливающая в этот раз у нас была. Код 1632. Мы пользуемся пока на данный момент. Я говорила, что отбеливающей. И на данный момент у меня концентрированная. Пока я пользуемся так. Она такая мятного. Хотя, вот знаете, когда чистила зубы, никогда не думала, что она пахнет мятой почему-то. Но что-то вот здесь вот, когда колпачок пустой открыла, как тюбик, что-то мятой запахнуло. Очень приятная паста. Кто не пробовал, пробуйте, понравится. Часто бывает, между прочим, за бонусы. Так, дальше детская наша серия. Это тоже серия уже все у нас не выпускается. Астронавтик, шампунь, бальзам 2 в одном для детей. И гель для купания. От макушки до пяток для детей. Ребенку мне очень нравится. Так что сейчас мы на другую серию перешли, которая у нас там есть. Зубной пасты, к сожалению, показать не могу. У нас папа же все выкидывает. Зубной пастой мы пользовались от 0+. Сейчас я вам покажу в каталоге. Так, минуточку. Так, вот из серии Baby, вот этой мы пользовались. Код 1643. Вот она. Ой, и смотри, какая цена. 79 рублей всего. Вообще просто обалденная паста от 0+. Ребенок у меня с удовольствием чистил, а теперь клубнику купила, так по 5 раз на дню может сходить. Так, это у нас серия папы Lancelot вся. Гель для душа, для волос и тела. Шампунь для волос. Так, здесь у нас код 0534. Здесь 0,536.
Так, и пена. Пену мы всю перепробовали. И вот у меня муж почему-то остановился на Ланселоте. Так, код у нас где-то здесь. 0,533. Объем 200 миллилитров. Ну и те все бутылочки 200 миллилитров мужские. Так, здесь вроде все, поэтому. Теперь осталось самое последнее. Сейчас по-быстрому расскажу. Это наш Eatless контроль веса. Так, а вот оставила вам даже, как выглядит. 7 штучек. Они вот такие, в таких вот пакетиках. Высыпаю в чашечку. Я заливаю. Написано, кто теплым кипятком заливает. Я можно сказать, что горячим. Вот. И никаким ничего блендером я не смешиваю. У меня хорошо ложечка все расходится. Код у нас 15384. Он с утра наполняет нам желудок, чтобы нам меньше хотелось кушать. На данный момент у меня вот их 2 коробочки закончилось уже. А это наш Фитекс. Ну, Фитекс еще в старой упаковке. Нету этого саше, не оставила. Но код нового, он также вот выглядит вот такой же беленький, только вот здесь написано Фитекс, очищение написано. Так, 15383. Его я пью на ночь. Вот. Как бы, кто там за собой хочет следить, похудеть, попробуйте, может и вам понравится. Так, здесь это еще тоже в старой упаковке. Наш комплекс Омега-369. Это пил муж у меня. Она сейчас выглядит вот так вот. Вот уже она ему новая куплена. А, уже даже открыли. Вот. Начал пить, значит. Код на данный момент 15380, если не ошибаюсь. Да, 15380. Это вот омега-369. Это мужа. А я пила сама комплекс коэнзим Q10. Вот, это старая упаковка. Сейчас я вам скажу в новой, как она выглядит. Вот он такой теперь. И код у него 15381. Вот. Ничего плохого сказать не могу. Очень мне нравится. Мы берем всю серию. Много чего я беру для здоровья. По-моему, все, ничего не забыла, все рассказала, показала. Простите за длинное видео, почти 30 минут. Если что-то понравилось, если вам понравилось мое видео, было интересно, если какие-то остались вопросы, то задавайте, жду комментарии. Пальчик вверх, если понравилось видео, тоже буду рада. Рада буду подписке на своем канале. Пишите. Кто еще не новый консультант, не новый покупатель, регистрируйтесь. Вот такой подарок вам будет от Ренаты. Зеленый аромат или красный. Скидочка на, вернее, ссылочка на регистрацию под видео. Жду вас у себя в команде. Всем пока-пока!